Почему он умер? Рак. Он быстро ушел. Как узнал, что болен, отказался от лечения, побросал все, отправился в горы. Мечта уже не была. Увидеть рассвет заснеженной горы. Угу. Я слышала, что у Жени есть ребенок. Так? Да. Дочь растет на Кубани. Ах, дочь? Да. Но они не общались. Дело в том, что Женя бросил мать ребенка, когда она была беременна, а она не смогла ему это простить. Он пытался примириться, продал мне квартиру, послал деньги на Кубань. Думал, хоть так поучаствовать в судьбе дочери. Ну, давайте Женю помянем. Нет, нет, нет. Извините, я за рулем. Мне срочно ехать надо. Еще в больницу. У меня сын болен. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Алло, Юленька. А я только собирался тебе звонить. Ты где? Уже поздно. К сожалению, я сегодня буду ночевать здесь. У Вани опять криза, и я не могу понять, чем он вызван. Он в тяжелом состоянии? Да, в очень тяжелом. Так что, Юленька, ты ложись спать без меня. Прости. Будь умницей. Какая жалость. Ты за меня не волнуйся, я уже ложусь. Угу, спокойной ночи. Спокойной ночи. Матвей, как Ваня? Стабилен. Вопрос, надолго ли? Скажи, а ты нашла, ну, того, другого? Нет. Точнее, получилось, но это оказался не тот человек. Как не тот? Второй не тот? И сколько у тебя их? Прости меня. Ты мне лучше скажи, сколько есть времени на поиски донора. Я не знаю, я не знаю. Я ничего не могу прогнозировать, правда? Ситуация меняется внезапно, без всяких видимых причин. Все ведь было под контролем, и на тебя. Хуже всего, что по анализам. Я до сих пор не могу определить, что за инфекция сидит в почках у Вани. Если ее определить, я бы смог воздействовать на возбудителя конкретным лекарством. Понимаешь меня? А так я… Матвей, если ты не можешь помочь Ване, надо его перевести в другое место. В смысле? Не знаю. В Европу, в Израиль, куда-нибудь еще. Там, где медицина на более высоком уровне. Но разве можно сидеть, сложа руки? Мы же его так… Ну так ведь можно его… Подожди, Катюш. Успокойся. Послушай меня. Ваня только-только стабилизировался. Его нельзя никуда транспортировать. Ну и куда ты его повезешь? Скажи мне, куда? Нужно иметь договоренность с какой-то конкретной клиникой. Иметь кучу денег, чтобы оплатить, я не знаю, там, перевозку, обследование. Но ведь нельзя же сидеть и ничего не делать. Я же так с ума сойду. Послушай меня. Катя, послушай меня. Мы делаем все, что можем. Завтра же я проконсультируюсь со знакомыми специалистами-нефрологами. И мы найдем выход. Ты мне веришь? Верю. Кстати, ты с Максом говорила? Нет. Он вообще ничего слышать не хочет. Как можно говорить с человеком, который ничего не хочет слушать? Последний раз я Ну чё, парни, жахнем газировку за нашу победу. Да, да, давайте. Да. Надо бы Максим Петровича позвать, а то он всем купил, а сам. Не надо, у него там проблемы какие-то. Ему сейчас не до нас, пусть сидит. Ну ладно. Ну что, алло? Молодцы. Остался финал, и все мы чемпионы. Ну, чё ты? Ну, кроме нас выходит кто? Старицкий, Завидовский, а мы их по очкам переезжаем. Мне деньги нужны.
Я понимаю, Макс, ну где же я тебя сейчас возьму? Вот финал выиграете, и новые спонсоры должны что-то подкинуть. Они обещали, наконец-то шлемы купим. А это кто такие? Я их еще на тренировке заметил. А, так это вот возможные спонсоры и есть. Серег, твои проблемы мы решим. Вот этого вот должно хватить на первое время. А ты сделаешь кое-что для нас? Что сделаю? То, что умеешь делать лучше всего. Будешь драться? С кем? С кем скажут. За каждый бой тебе будут хорошо платить. И это только начало. Я не могу, меня же дисквалифицируют. Серег, это закрытый клуб. Деньги ставят серьезные люди. Они лишних разговоров не любят. Так что никто ничего не узнает. Драться нужно будет без шлема, да? Молодец. Схватываешь на лету. В общем, никакой защиты, все по-взрослому. Да какая разница, Серег, со шлемом, без шлема. Если будешь делать то, что скажем, очень быстро разбогатеешь. Усек? Угу. Ну вот и молодцы. От Гудкова что им надо? Ну, я не знаю. Но говорили, что самый сильный боец в команде. Да расслабься, Макс, мало ли чего. Хотят о парне побольше узнать. Пойду-ка я гляну. Ну, глянь. О, отличная пицца. Сергей, чего они от тебя хотели? А вам какое дело? Что значит, какой я твой тренер? Не мамка же. Это мое дело, ясно? У вас есть свои проблемы, вот их и решайте. Андрюш, у вас почему детей нет? А почему тебя это так заинтересовало? Ну, вы с женой живете уже долго, 10 лет. Детей нет, странно. Да, ничего странного. Понимаешь, для нас с женой главное – это работа. Поэтому мы решили, что детей нам пока не надо. И согласно принятому решению, соблюдаем меры предосторожности. Согласно принятому решению. Забавные у вас с женой отношения. А, да ничего забавного. Обычные партнерские отношения. Светуль, ну что у тебя за интерес к моей семейной жизни? Обожаю тебя за твою самодостаточность. Ты личность. Вот все бабы замуж хотят, а ты нет. А с чего это ты решил? Ну, я же вижу. С тобой же ни один мужик рядом не уживется. Ты же всех сожрешь. Вот за это я люблю. Иначе не стал бы связываться. Связываться? Ну, это я так. Господи, когда ты уже ее выкинешь? Ее не выкидывать, ее чинить надо. Все, Светуля, до связи. Пока. Катюш, ты сейчас где? Приезжай срочно. Ага, вот, вот, уже близко. Вот, сейчас ты пойдешь в туалет, и мы, может быть, увидим этого гада. Вот, смотри. Вот сейчас. Угу. Так. А это все на улицу пошли фейерверк смотреть. Да, я помню, что когда в туалете была, какой-то грохот с улицы раздавался. Так это фейерверк и был. Значит, нам нужно выяснить, кого из мужиков не было во время фейерверка, и среди них искать. А еще часть народа тогда побежала на речку купаться. Я даже помню, Игорь хотел освежиться. Так. Я не поняла. А записи фейерверка нет, что ли? Совсем забыла. У оператора тогда камера сломалась. Я еще жутко на него рассердилась, что не в нужный момент она сломалась. Но он потом починил и продолжил съемку. Ну все. Тогда мы не сможем точно выяснить, кто был там, а кто нет. Ника.
Она же тоже была на свадьбе. Но ты же знаешь, какая у нее голова. Она через 100 лет вспомнит, кто с кем танцевал и кто во что был одет. Нет. Я не хочу привлекать сестру Макса. Свет, Ника, конечно, хорошая девочка, но у нее слишком длинный язык. Катюша, мы так с ней поговорим, что она ничего не заподозрит. Алло. Алло, Никусик. Свет? Да, я. Привет. Катюхе сейчас ведь очень грустно, ну, сама понимаешь. Может, мы ее немножко развеселим? Встретимся, посидим, девичник устроим, чайку попьем. Ой, Светочка, я только за. Какая ты все-таки молодец. Правда? Ну, конечно, приду, обязательно. Все, тогда я тебе позвоню и скажу, когда. Ну, давай, до встречи, пока. Светка звонила? Да, пригласила на девичник. Будем Катю развлекать. У нее ребенок в больнице, она по девичникам шляется. Петь, ну перестань. Пусть Катюша отвлечется немного. Это точно. Жизнью надо наслаждаться. Подумаешь, ребенок у нее болен. Дети вон все время болеют. Вертихвостка она! Да хватит вам уже, я запрещаю вам говорить на эту тему, ясно? Спасибо за чаек. Все было очень вкусно. Мам, на чего ты кричишь? Да нервы ни к черту, дочка. Вот и сорвалась. Мам, Макс к нам вчера заходил. К вам? Угу. А зачем? Он денег у Севы взял в долг. Денег? Ну, вообще-то не взял. Как так? Ника, мы вчера с тобой на эту тему говорили. Сев, ты что, ему не дал? Ему же для Вани. Ты сказал, что у тебя целая куча свободных денег. Я сказал, что эту кучу я собираюсь вложить в очень важное дело. А почему же он к нам-то не зашел? Петя! Петенька! Петруша! А что может быть важнее Вани? Петя, Максиму для Ванечки деньги нужны. Нужно с книжки снять. Но у нас же там с тобой пенсия накоплена. Вот завтра сниму, и надо сразу Матвею отдать. Вдруг Максим возражать станет, поэтому лучше Матвею сразу. Правильно. Правильно, надо снять и Матвею отдать. Правильно. И не ругайся со мной, Петя. И без того тяжело. Прости меня. Катюш, я постелила. Иди ложись. Нет, Свет, я посижу еще, посмотрю. Иди-ка лучше спать. Ты себя угробишь этими воспоминаниями. Следующий! И давайте хлопаем, хлопаем, хлопаем! Опа! Стой! Я вспомнила. Что? Этот парень, он потом ко мне приставал. Точно. Точно. Это он. Переходим к следующему конкурсу. Мне нужны несколько человек. Поем, потанцуем, подруга. Ну что ты ломаешься? Чистенькую изображаешь, что ли, а? Ну тебе что, жалко? Ну что? Да, ну, ну, Саш, Саш, пошли, я отпусти девушку. Ему завтра в армию хотела порваться, а пить не умеет. Да, все нормально, я старший брат этого паршивца. Ну я не прощаюсь. Хватит, запомнишь меня еще, зуб даю. Так и сказал. Запомнишь, зуб даю. Свет, а ты не знаешь, кто это, а? Вообще не знаю. Нет. Ну, его от меня старший брат еще оттаскивал. Ну, как его? Володя, брат его. Подожди. Если это точно Володя,
то это может быть Володя Толоконников, одноклассник Игоря. А брат его, брат его Саша? Да, Саша. Свет, сколько сейчас времени, а? Мы не можем твоему Андрею позвонить, чтобы он помог найти его, Сашу этого? Я сейчас позвоню куда-нибудь в другое место, чтобы тебя связали и уложили спать. Свет. И нам ложиться уже тоже давно пора. Да я не хочу спать. Я серьезно. Я буду еще смотреть. Кать, хватит на сегодня. Ты посмотри, на кого ты похожа. Давай уж ложиться в самом деле. Больше мы уже не вспомним. Выпей травочки. Тебе легче станет. Угу. Так, ч-ч-ч-ч-ч-ч. Все. Так. Пошли. Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, я хотел бы оформить кредит. Что для этого нужно? Ну, смотря какой кредит вас интересует. В смысле? Наш банк предлагает несколько вариантов кредитования. Мне самый быстрый. Но в таком случае вам подойдет кредит срочный. Угу. До 100 тысяч рублей, без залога и поручителей. Вот эти документы вы должны предоставить в банке. И мы тогда в течение 2 недель рассмотрим ваше заявление. Вот такое у нас положение. Сами понимаете, требуются вложения и немаленькие. Ну что ж, мы согласны. Да, мы готовы спонсировать, но вы должны понимать, насколько ваш тренер соответствует нашим, так сказать, требованиям, насколько он внимателен, профессионален. В профессионализме Глушкова невозможно усомниться. А вот мы пообщались с командой, ребята говорят, что он сильно изменился за последнее время. Дела подопечных его стали меньше интересовать. Но это просто вы не очень ориентируетесь в делах клуба. Макса плохо знаете. Он не просто хороший, он отличный тренер. Но сейчас у него сложный период. Ребенок тяжело заболел. Требуется дорогостоящее лечение. Вот он и стал немного рассеянный. Денег, сами понимаете. О, а вот и наш тренер. Максим Глушков. Познакомься, Олег и Дмитрий. Наши возможные спонсоры. А, спонсоры? Теперь понятно, почему вчера Гудкова после соревнований деньгами одаривали. А нам жалко стало парня. Молодой, талантливый спортсмен. Ходит черти в чем. Даже кроссовок нет нормальных. Вы вообще обращаете на них внимание? Какая сердобольность. Интересно, с чего бы это? Макс, ты вообще зачем пришел ты? Сан Саныч, у меня к тебе просьба личная, срочно. Извините, исчез. Да. Ты что, с ума спятил? Я их который день обрабатываю, они уже деньги готовы в нас вложить. А ты все портишь. Да не нравятся они мне, мутные какие-то. А тебе никто жениться на них не предлагает. Нравится, не нравится. Главное, чтобы деньги вкладывали. Ладно, что хотел-то? Кстати, о деньгах. Мне справка нужна о зарплате. Так а я здесь при чем? Иди в бухгалтерию, девчонки выпишут. Да нет, тут проблема. В справке должно быть написано, что у меня зарплата 60 тысяч. С какого? Справка нужна для банка. Так надо, Сан Саныч. Иначе они кредит не дадут. Макс, я сейчас не могу никому никакие липовые справки выписывать. Вот потерпи неделю. Ване в любой момент может понадобиться операция. Макс, я все понимаю, я сочувствую, но и ты меня пойми. До конца соревнований все должно быть чисто. Не дай бог кто-то пронюхает. Все, дисквалифицирует весь клуб. Сан Саныч, я прошу тебя. Все, и слышать больше не хочу, категорически. После соревнований... Да, а сейчас нет, нет и нет. Все. Ласточка. Только что резину поменял. Машина хорошая. Думаю, быстро уйдет. Я тоже так думаю. А деньги можно получить? Какие деньги? За машину. А деньги, когда машина продастся, получишь. А как по-другому? Машина продастся, получишь свое. Ну, за вычетом наших комиссионных. Ну, а быстрее нельзя? В ломбард иди. В ломбард? В автоломбард. Только там процентов 30 от стоимости дадут. Ну, удачи, дорогой. Спасибо. Стоп, я машину оставил. Все. Все, через неделю. Пока.
Привет, сестренка. О, Макс, привет. А я маму к Ванечке привезла. Сама не пошла, ты же знаешь, не люблю больницу. Я, наверное, попозже приеду. Да ты что, мама жаждет тебя увидеть. Ты же на звонки не отвечаешь, сам не звонишь. Они с отцом уже ссорятся из-за тебя. Да что-то не хочется пока никого видеть. Это из-за Катьки? Что она натворила? Макс, ну ты чего? Все же знают, что вы с Катей поругались. Все, не ваше это дело, ну. Поругались, помиримся. Да пожалуйста, миритесь, ссорьтесь, мне-то что? Все Катю защищают, прям сил нет. Катя то, Катя это, бедная Катенька. Светка ради нее даже девичник собирается устроить, чтобы повеселить. Что? Девичник, сегодня. Меня тоже пригласили. Девичник? Круто. Ладно, я к Ване. Веселитесь. Информируй меня поподробнее про Ванечку. Договорились, Ксения Михайловна. А это вот Ванечкино лекарство. Ты уж сам распорядись, Матвей, а то Максим сейчас… Ну, в общем, ты сам все понимаешь. Спасибо большое. Сейчас каждая копейка пригодится. Макс, проходи. А я уже хотела к тебе в клуб идти. Ну, разве так можно? Куда ж ты пропал? Я занят, у меня соревнования. А позвонить? Мама, а что за деньги ты Матвею дала? Наши с отцом деньги. Так что ж ты не звонишь? Я же говорю, что мне некогда. Макс, я сейчас к Ванечке. Ты переходи сразу туда. Хорошо. Мам, я отдам все до копейки. Да какое отдам? Это ж наша общая беда. Ты бы помирился с Катей-то. Ладно, мам, мне пора. Ты сходи к Ванечке. Обязательно сходи. Я вчера был, он спал. Ну, это хорошо. Очень хорошо. Сейчас сходи. Максим, может, пока с Катей не помиритесь, к нам переедешь? Нет, все в порядке. Вы за меня не беспокойтесь. Мам, я пойду к Ване, а то на тренировку опоздаю. Час на работу. Поешь обязательно. Ключи твои жду. Ну что там, как дела? Состояние средней тяжести. Ухудшений пока нет. Улучшений тоже? Да, я пока не знаю, почему. Послушай, если ты не владеешь ситуацией, может быть, Ваню отправить в Москву? Ну, где оборудование посовременнее? Я Кате уже говорил. А вы чего, до сих пор не общаетесь? А я обязан отчитываться. Почему не обязан? Хорошо. Сейчас для Вани лучше, если родители будут вместе. Папа? А ты что так долго не приходил? Сын, я приходил. Просто ты спал, и я не стал тебя будить. А мама приходила. А она здесь? Нет. А где? Я не знаю, где ее черти носят. Макс! Вы опять поссорились? Да нет, сын, нет, мы не поссорились. Но… Ванечка, мама для тебя ищет редкое лекарство. Поэтому она не смогла сегодня приехать. И папе уже пора. Ване вредно много разговаривать. Пошли. Ладно, сын, пока. Если доктор говорит, что пора, значит пора. Давай, сын, держись. Я люблю тебя. Стой. Скажи, ты совсем обалдел? Такое говорит при сыне. Тем более о его матери. Извини, вырвалось случайно. Перед Ваней извиняться будешь. Кстати, о Кате.
А может, ты ее и не любил? Раз теперь так ненавидишь. Может, поэтому так все и случилось? Потому что ее не любил по-настоящему. Об этом не тебе судить. Не мне? Знаешь что? Когда человек любит по-настоящему, он все что угодно может простить. Даже измену. Это ерунда. Мензурку разбила, порезалась. Надо обработать. Я сейчас. Да ладно, пустяки. Блин. Давай. Что такое? Что случилось? Да ничего. Ну, пустяки. Разбила мензурку. Столько шума. Ну-ка, покажи. Ничего себе пустяки. Лаборант с открытой раной. Может, Юле пора в отпуск? Что-то у нее последнее время все из рук валится. Анализы за ней приходится переделывать. Спасибо, девочки. Я вас услышал. Юль. Вам так кажется. Пойдем-ка, на минутку выйдем. Что происходит, Юль? Объясни мне. Юль, я понимаю, у тебя сейчас не самый легкий период, но… Да. Ровно год назад умер наш Антошка. А вот ты помнишь об этом? Я помню. Юль, послушай, может, тебе куда-нибудь съездить? Ты зачем с собой лекарства на работу взяла? Тебе нужно их принимать утром и вечером. Это можно делать дома. Я иногда забываю дома принять. Поэтому вторую банку принесла сюда, чтобы не пропускать. Но ты понимаешь, что ни в коем случае нельзя увеличивать дозировку? Да. Возможно, риск побочных эффектов. Я помню. Что-то у меня так голова кружится. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка, тихо. Все, я вызываю такси, ты едешь домой. Хорошо? Хорошо. Здравствуй, Ванечка. Мама, где ты была? Я ищу для тебя лекарство, котенок. Самое нужное. Не называй меня котенком, я не маленький. Хорошо, не буду. А ты точно лекарство искала? Да. А что такое, Ванечка? А папа сказал, что не знает, где тебя черти носят. Разве ты ему ничего не сказала про лекарство? Я говорила. Но он, наверное, забыл. Ты врешь. Если бы ты сказала папе про лекарство, он бы ни за что не забыл. Потому что это очень важно. А вы поссорились. Нет, Ванечка, нет. Мы просто не виделись с ним в последнее время. И мне пришлось срочно уехать. А я не смогла ему всего рассказать. Ну, не успела. Ты слышишь? Ну, не волнуйся, пожалуйста. Все хорошо же. Я тебя очень-очень люблю. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А это чего? Гудков, почему опаздываем на тренировку? У меня дела были. Подожди. Ты что, дрался? Неважно, давайте работать. Подожди, Серега, я могу чем-то помочь? Какие-то проблемы? Нет у меня проблем. Я уже все решил. Пойдем тренироваться, время идет. Макс, нам надо срочно поговорить. И я не уйду, пока мы этого не сделаем. Работайте в паре, я скоро приду. Угу. Ты можешь все что угодно думать обо мне, но не смей ничего говорить ребенку, понял? Не смей делать ему больно. А кто ему делает больно? Ты!
Ваня плакал сегодня из-за твоих слов. Да ты что? В кои-то веки решила проведать сына в перерыве между любовниками и девичниками. Что? Да то, что слышала, шлюха! Алло, Свет. Я сейчас к тебе приеду, иначе я с ума сойду. Хорошо. Ну что, успокоилась немного? На, выпей. Это меня там не было. Я бы ему так... Перестань. Макс имеет право злиться. В конце концов, надо было ему все еще тогда рассказать, и будь что будет. А я струсила. Обрадовалась, что Ванечка на Макса похож. Думала, что все забыто. Катюша, ну ты-то в чем виновата? В том, что один урод тебя изнасиловал, а другой тебя даже выслушать не хочет. Не надо так про Макса. Я его люблю. Ты даже не представляешь, как я его люблю. Я знаю. И он тебя любит. Иначе бы не бесился так. Ты думаешь? Ну, конечно. Макс, у тебя ревнивец каких мало. Все ж как на ладони видно. Вот он и сходит с ума. Он еще очень пожалеет о том, что тебе наговорил. Нет. Мне кажется, что как раньше уже никогда не будет. Что-то сломалось, ушло. Слишком много обидного было сказано и сделано. Катюша, когда все заканчивается, не остается ни обид, ни злости, ни ревности. Одно равнодушие. А у вас, судя по страстям развернувшимся, все еще впереди. Слишком уж больно. Это боль. Мне кажется, она навсегда со мной останется. Понимаешь? Надо терпеть. Держись, моя хорошая. Время лечит. Надо подождать, пока все эта муть уляжется. Так. А нам сейчас предстоит серьезная задача. Здорово, Макс. Здорово. Че, машину, что ли, продаешь? Да, деньги нужны. Ничего себе. Слушай, Макс, ты все равно вбиваешь. Я тебя хотел спросить, может, ты дашь мне машину свою? Ну, просто байк на ТО сдал, и сегодня в ночь меняюсь. И, в общем, далековато до дома. Держи. Спасибо. Что случилось? Лех, вот скажи, почему так бывает? Раз, и вся жизнь к чертям. Испытание, Макс. Испытание, которое нужно просто пережить. Макс, я тоже когда-то думал, что у меня все хорошо. Что любимая верная жена ждет своего спецназовца из командировок, из горячих точек. А потом, когда меня комиссовали по ранению, скромная зарплата опера ее не устроила. И оказалось, что она желала денег, которые я привозил ей из командировок. Вот тогда все мои мечты и иллюзии о счастливой, красивой жизни рухнули одну секунду. Да, все они одинаковые. Нет. Если бы я встретил такую женщину, как твоя Катюха, я бы ее ни за что не отпустил. Да уж, конечно. Чё ты её защищаешь? Слушай, Макс, ты чё, правда думаешь, что многие женщины согласились бы отказаться от карьеры актрисы в Москве и уехать в Решноводск за мужем только потому, что ты травму получил, и все твои мечты рухнули? Она тебя выбрала. Она тебя всю жизнь выбирала. А теперь выбери ты ее. Слабо? Ладно, я домой. Мать просила на ужин приехать.
кабинет закроешь. Где мои очки? Опять потерял. Ну, пойди. Мои сумки на крыльце лежат. Пойди, возьми. Что это такое? Выходит, ты знала, что Ванька не сын Максима. Знала и молчала. Петенька, Ванечка все равно наш родной и любимый внук. Да, не считая того, что твоя любимая Катерина, уже когда была замужем за нашим сыном, по мужикам бегала, а ты ее покрываешь. Петь, ты не прав. А почему? Не прав, мам. Она спала непонятно с кем, а вы все ее защищаете. Так, замолчите немедленно оба! Моя жена мне изменяет, а я должен молчать? Катюш, ее изнасиловали 10 лет тому назад на Светкиной свадьбе. Подожди. А почему она мне ничего не сказала? А ты ее слушал? Ты хоть раз ее выслушал? Ты только о себе и думаешь, эгоист несчастный. Да подожди ты, мам! И что мне делать? А вот иди и падай ей в ноги. Если сможешь, конечно. Только сначала в порядок себя приведи. А то смотреть противно. Приятно было все вспомнить, девочки. Угу. Я тогда с Севой познакомилась. Какая у нас любовь началась. Прямо там, на свадьбе. С первого взгляда. А еще фейерверк был, помнишь? Да, да, конечно. Угу. Мы с Севой тогда первый раз поцеловались. А вы что, не ходили на речку вместе со всеми фейерверк смотреть? Ходили. Мы просто немного в стороне были. Но оттуда тоже все было видно. Странный оператор, вам не кажется? Почему? Ну, такое впечатление, что он только за Катей и ходил. Вы что, не заметили? Одна Катя в разных ракурсах. Даже невесты почти нет. А о себе я вообще молчу, даже обидно. Катюш, видимо, ты очень понравилась оператору. Фейерверк он тоже не ходил снимать. Ой, девчонки, хорошо было с вами, но у меня завтра клиентка с утра капризная. Нужно прийти самой все проконтролировать, поэтому надо лечь спать пораньше. Да, и правда, уже очень поздно. И Севочка мне звонил. Катюш, я пойду. Да. Пока. Пока, Ник. Пойдем, провожу. Всегда рады. Спасибо за приглашение. Не забудь. Хорошо посидели. Пока, до встречи. А ведь ты правда была невероятно хороша. Прям богиня любви.
Неудивительно, что каждый мужик хотел с тобой переспать. Но я же не специально. Это роль такая. О, неужели я дала повод, а? Вот ты здесь вообще ни при чем. Не надо себя винить. Не надо позволять чувству вины грызть себя. Все. На сегодня хватит. У нас завтра важный день. Нужно отправиться на поиски Толоконникова и оператора вот этого, Макарова. Кто мог знать, что ее изнасиловали? Почему она мне ничего не сказала? Да потому и не сказала. Себя оставь на ее место. Я бы этого урода... Да убил бы. А потом отсидел бы лет 10. А она бы тебя ждала. И сына воспитывала одна. Я когда опером работал, я таких историй насмотрелся. Знаешь, сколько? Мужики лет по 10, по 15 огребали за убийство с особой жестокостью. А Катя твоя молодец, что ничего не сказала тебе тогда. Почему она мне потом ничего не сказала? Потому что жена у тебя золото. Беречь таких надо. Я-то в женщинах понимаю хоть чуть-чуть. Что мне теперь делать? Жалеть себя перестань. И думай, где она может быть. Я не знаю. Макс. Макс! Тебе когда хреново? Ты куда приходишь? Ко мне. А Катя? К Светке. Неужели? Где Катя? Не кричи только, спит. Пусти, я хочу ее видеть. А мало ли чего ты хочешь. Я только что ее уложил, ей выспаться надо. Вообще, где ты раньше был? Свет, я же не знал ничего, она мне ничего не сказала. А ты знать-то хотел? Или ты от жалости к себе любимому пил жестоко, беспробудно, не переставая, а? Ну, пусти, я прошу тебя. Я тебе обещаю, что я не буду ее будить. Я... Мне просто надо ее видеть. Иди. Привет, Лёш. Привет. Прости, что мы так. Да ничего. Ты чай будешь пить? Да. Значит, ты уговорил Макса приехать, да? Да он бы и без меня приехал. Понятно. Друга выгораживаешь. Да нет. Я, конечно, понимаю, что ему нелегко, но степень его эгоизма просто зашкаливает. Что за манера у вас, мужиков? Я несчастный, бедный. Кто-то меня пожалеет или нет? Мне, чтобы задуматься. О том, что не один страдает, правильно? Свет, понимаешь, тут такая штука. Пока человек сам не пройдет через это, он не почувствует, как это больно. Ничего не поймет. Понимание с опытом приходит. Интересная подруга у Кати. Странно, я раньше думал о ней совсем по-другому. Макс, ты хорошо ее знаешь? Лех, остынь. Этот орешек даже тебе не по зубам.
Светлана. Красивое имя.